В городском округе Люберцы филиалы Единого информационно-расчетного центра возобновили очный прием жителей. Как работают офисы организации после снятия ограничений, выясняла наша съемочная группа. Оплатить квитанцию и сохранить здоровье, рассчитаться за услуги ЖКХ привычным для многих способом снова возможно в офисах МособлЕРЦ. Только теперь соблюдение всех норм санитарной безопасности обязательно как для посетителей, так и для сотрудников. На полу разметка социальной дистанции, на входе дезрастворы для рук. Посетителям напоминают о средствах индивидуальной защиты. Менеджер, который работает в зале, также оснащен перчатками, маской и защитным экраном. При входе у нас висит график дежурства, то есть помещения все проветриваются и производят дезинфекцию. Также в наших офисах происходит обработка поверхности дезинфицирующими средствами. Это проводится каждые 2 часа. Сотрудники расчетных центров принимают не только оплату за услуги ЖКХ, но и консультируют жителей. За 3 месяца дистанционной работы в период пандемии у люберчан накопились вопросы по тарифам, по корректности выставления счетов. В ближайшее время, по словам сотрудников, у собственников появятся вопросы о сумме платежей за капремонт. С 1 апреля была приостановка по услуге, взнос на капитальную услугу, была приостановка начисления. С 1 апреля по июнь включительно. Сейчас, в период, когда будет выпуск ЕПД за июль месяц, данная строка у нас вновь будет в ЕПД с учетом долга прошлого периода. Возобновить живую работу с клиентами расчетному центру было необходимо. За период самоизоляции у населения накопились долги по оплате услуг ЖКХ. Платить по счетам онлайн научились не все. Разные бывают ситуации. То неудобно, или там, допустим, интернета нет, или еще что-то, а прихожу сюда. Как когда? Вот в прошлом месяце в этом офисе, а так периодически онлайн. Решить вопрос по переплате, по квитанции. Вопрос решили, я очень благодарна. Написала заявление. Вопрос, в общем-то, решен. Спасибо. Регулярная и полная оплата счетов жителями влияет на подготовку округа к зиме. Чтобы вовремя завершить все ремонтные работы, ресурсоснабжающие организации должны иметь средства для расчета с поставщиками услуг. Своевременный старт отопительного сезона зависит от каждого из нас. Александр Колганов, Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.